серый, смотри, гля, какая красота. А. Смотри, жесть, куда тебя привез. Андрюк. Это а? что за сюрприз ты мне сделал, это куда ты меня привез? Ферма Фрателли. Жесть. Здесь мы можем собрать фруктов. Я в раю. Я в раю. Будешь готовить? Да, слушай, да, я уже придумал. Ты голубику нарвал, наверное, будешь из голубики. Да, на десертик сделаю, И уезжать не хочется, да? Очень. Надо красиво готовить. Я здесь бы вообще завтра здесь сделал ужин. Да? Не, Андрюх, все придут туда на сделать баранрапани, потом еще откатаем здесь. Осенью давай здесь сделаем. Давай жить сюда, переедем. Так, ну что, а теперь поехали дальше. У меня еще есть небольшой сюрприз для тебя. Больше пугает, чем соблазняет. Все, Серег, все, мы на месте. Я думаю, нам перед ужином нужно проветрить мозги немного, да? Я вот после таких развлечений переживаю, главное, чтобы ужин состоялся. Будет очень страшно, погнали. Теперь, короче, на такой позитивной ноте, да, надо забабахать классный ужин. Значит, перестану трястись руки, я сразу все сделаю. Надо сейчас зубочистку. Молодой человек, почем голубика? 300?